Город заработал на рекламе еще 13 миллионов рублей, к уже полученным 43 миллионам. Мэрия Ярославля разыграла 16 новых лотов. Особым спросом у рекламодателей пользуются места вдоль Ленинградского проспекта, а также Фрунзе и Авиаторов. Как отметил исполняющий обязанности мэра Ярославля Алексей Малютин, борьба с незаконной рекламой будет продолжаться. Скоро власти займутся и вывесками на крышах и фасадах домов. У нас пока, к сожалению, нет регламента по рекламным конструкциям, которые установлены на крыше домов, на фасадах. Это следующий этап. Мы должны это все регламентировать, навести порядок. И с этого тоже город должен зарабатывать.